Добрый день, дорогие рыбы! Для вас в апреле на первый план выйдет материальный достаток. Именно вопросы денег станут для вас главенствующими. Причем вы будете о них думать, вы будете решать какие-то, составлять свои проекты, вы будете просчитывать, что и где может быть. Вы будете встречаться, вы будете разговаривать, вы будете планировать. Но что бы вы ни делали, все равно ваши мысли будут заняты исключительно доходами. И надо сказать, что в принципе вы можете достичь своих целей. Особенно удачными будут последние дни месяца, 28, 29 и 30 апреля. Но надо сказать, что ко всему этому надо прийти спокойно и обдуманно. И, конечно же, никакой агрессии, никакого вот непонятного импульса с 1 по 18 апреля. Все ваши решения, они должны быть 100 раз взвешенными, а не импульсивно принятыми. Потому что все вот действия до 18 числа, если они будут на основе только того, что я хочу и так будет, поверьте, ничего так не будет. И все будет от обратного. Поэтому, пожалуйста, следите за собой, будьте внимательны, я имею в виду в принятии решений, в принятии того, с кем куда пойти, где с кем встречаться, что делать, для чего делать. То есть все-таки вам надо слово «хочу» заменить на слово «надо», потому что если нам это надо, то мы к этому придем, а если мы этого хотим, то вопрос «для чего и зачем?». Пожалуйста, научитесь контролировать себя и поверьте, месяц для вас пройдет спокойно и ничем не будет затуманен. Удачи!